17 сентября народ Беларуси отметит в третий раз молодой праздник «День народного единства». В год мира и созидания эта дата приобретает еще большее звучание, особенно для молодых людей, которым жить все не ок, которым сохранять независимость и суверенитет своей страны. Об этом говорили сегодня представители поколения 21 века на митинге, который прошел в Бресте у братской могилы советских воинов-освободителей, погибших в 1939, 44, 45 годах. Марафон мужества уже у нас этот проект реализовывается более 10 лет. На самом деле имеет большую географию. Мы с марафоном мужества были на территории Российской Федерации. Конечно, мы объездили и Брестскую область, и Беларусь в целом. Но хотел бы сказать, сегодняшний марафон мужества на самом деле имеет огромную цель. Цель большого праздника 17 сентября. У нас называется марафон мужества «Первый регион. Сила в единстве». И очень важно, что мы отобрали 40 лучших ребят, лидеров мнений, актив, работающих молодежь, которые поедут по 8 точкам, то есть по 8 районным центрам. Марафон мужества «Первый регион. Сила в единстве» уже не первый раз объединяет молодых патриотов Брещины. В этом году он приурочен ко Дню народного единства. Участие в нем принимают 40 лидеров, которые за 2 дня посетят 7 районов, 12 памятных мест и станут спикерами открытых диалогов и встреч со сверстниками. Очень интересно. Я во многих городах нашей области еще не была, для меня это будет впервые. И очень радостно, что я еду вместе с ребятами, членами Белорусского республиканского союза молодежи. Программа у марафона очень интересная. Посещение храмов, памятников, митинги. Это все безумно увлекательно. Я уверена, сколько бы мы ни бывали в одних и тех же местах, что-то новое для нас всегда будет. И каждый раз можно открывать для себя новые страницы. Это новое знакомство с людьми, очень много человек в этом участвует, можно пообщаться, узнать много нового, проявить свой патриотизм в стране, показать, как сильно ты любишь свою страну. Народное единство, праздник, он у нас совершенно новый. Насколько я помню, с 21 года он у нас подписан, то есть 2 года он только у нас празднуется. Для меня народное единство – это возможность показать, какой мы сплоченный народ, белорусы, что мы все едины, что мы нерушимы. Почетными гостями торжественного митинга, помимо активистов и лидеров современного молодежного движения нашей области, стали ребята, которые вступили в ряды общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, городу и родине. Беречь традиции и культуру своего народа. После Бреста первая точка маршрута – мемориальный комплекс Дремлёва в Жабинковском районе. Завершится марафон мужества на Кургане Славы.